Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» провела мастер-класс для юных спортсменов Ядрина. Легендарную для начинающих баскетболистов встречу с профессионалами организовала министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Встреча была не только увлекательной, но и очень познавательной. Юные баскетболисты из нескольких школ города ждали ястребов в гости с нетерпением. Для кого-то это была возможность познакомиться с кумирами, для кого-то поучиться приемам владения мячом. Нам в школе предложили сходить на мастер-класс по баскетболу. И я решила, то, что мне лучше сходить, чем это пропустить. Лучше, пока есть момент, попробовать. Мне понравилось, это было очень круто и незабываемо. Ястребы – настоящие адепты спорта. Один их внешний вид – убедительный довод в пользу здорового образа жизни. Парни не упускают возможности пропагандировать свой любимый баскетбол. Я очень рад видеть счастливые глаза детей. Приятно очень встретили, отличный зал. Когда сезон заканчивается, мы постоянно на мастер-классах стараемся привлечь как можно больше детей и молодежи к активному образу жизни, в частности к баскетболу. Встреча завершилась товарищеским матчем юных спортсменов с чебоксарскими ястребами. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Республика.